четвертому курсу, который уезжает в Швейцарию. Желаю вести себя так и выступить так, чтобы авторитет Российской Федерации еще больше возрос после вашей поездки. Не упал до самого конца. Спасибо. 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 Поехали. Это тебе сказали, да? Чтобы запомнить. Мы сейчас идем к Рейнскому водопаду. Dieser Fluss entspringt in der Schweiz. Истоки этой реки находятся в Швейцарии. Und endet in Rotterdam, Holland, wenn der Fluss ins Meer geht. Эта река заканчивается в Роттердаме, в Голландии, в том месте, где она впадает в море. Позвольте представить мне вам господина капитана Шенька. Er ist der Leiter des Rekrutenorchesters. Он руководит рекрутским оркестром. Большое спасибо за большое введение. Спасибо за приветствие. Ich möchte Sie ganz herzlich hier bei uns in Aarau willkommen heißen. И я хочу поприветствовать вас от всего сердца здесь у нас в Аарау. Und ich finde es eine sehr gute Gelegenheit, heute Abend nicht nur zusammen ein Konzert zu machen. Я думаю, что это очень неплохая возможность сегодня вечером, не только сегодня вечером, сыграть общий совместный концерт. Wir haben auch Ihre Noten bekommen, Abschied des Slavin. Мы получили от вас ваши ноты, прощание славянки. Genau. Und so eigentlich, wie gesagt, heute Morgen auch mit den Musikern eine sehr gute Möglichkeit, dies miteinander zu proben, damit wir dann für heute Abend am Konzert bereit sind. И как уже было сказано выше, сегодня у нас у музыкантов будет между собой возможность провести совместные репетиции, чтобы потом совместно достойно выступить на концерте. Радость, Карлос. Радость.
Радость. Радость. Радость. Радость. Радость. Пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем.
Скальем по полю вдвоем. Мы пойдем, скальем по полю вдвоем. Мы пойдем, скальем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. Больше
не кадеты, а молодые юнкера. Ну и вот. Мы сейчас находимся в городе Мутаци. Мутаци. Будем Мутаци. Здесь выступать со швейцарским оркестром. Вместе. Да, вот тут, в принципе, красивый городок такой. Там было кладбище. Бы все бы ничего, но если бы хотя бы кто-нибудь знал ноты или хотя бы приблизительно хотя бы кто-нибудь тональность. Знал партии, тональности. Ну, вот, ну, в принципе, хотел все, да. Помахать рукой или головой? Да, не надо, лучше фуражку сними помахать. А, фуражка, сейчас моя фуражка. Пожалуйста, какие вы сказали, можно пожалуйста? Давайте только попросим. Хорошо, как вы располагаете сейчас в Швейцарии, как ваша жизнь? Жизнь обустроена? Ну, это какой-то вопрос, я не знаю. Ну, обустроено хорошо. Сейчас вот я дам интервью. Сейчас, айс вану. Вы пока кофе приготовьте. Айс. Есть. Николай Сергеевич. Вот так и надо, айс имей донат. Николай Сергеевич. Я вам, я вас. Я сейчас подойду, да. Ни, я подойду, вы только кофе сделаете. Я кофе, так и вас ему сделать. Машину можно в гараж поставить. Я и лично, что я русский. Да-да-да, вы поставьте машину в гараж, я сейчас подойду. И гараж, или гараж? Я только интервью дай. Дайте интервью и все. А, я, вот, я. Нет, мне нужно дать интервью. Резик, ты не айдо, чидо. Резик, ни цезельдо. Я немножко не в себе. Безельдо, чири. Момент, варте. Резик, безельдо, чири. Российский музыкант. Ну, когда я был музыкантом в России, мне приходилось очень долго. А, Вилик, Вилик, не надо. Русский обычай запускания в космос. Человек. Чего? А зачем вам телефон в космос? Пацаны, снимай просто для дома. Меня вот наша комната. Это Гарич. Идем гулять. Я здесь. Сейчас идем в пивбар. Да. Муха, я здесь. Вот это привет, Муха. Здорово. Ребята. Давай, Гумиева! А земля в иллюминаторе, а земля в иллюминаторе. Нюхай! А земля в иллюминаторе, это да. Как сцена грустит о матери, как сцена грустит о матери. Это глухий мотор. Сейчас идем в бар, в казарме. Oh,
Thank you.
Alexandre. Mon directeur fait le blaze, à sa passe ton chemin. Ici la métaphore maintient le malin loin. Quand t'es rien, t'es malsain. Et mon arsenal. Да мы в городке Андерман. Да, Сударки. Подка! Вы похожи. Сзади так же, слышишь? Муха, коленку чуть выше вот эту коленку. Как он? По-другому, правая рука, другая. Thank you.
Thank you.
Thank you.